40 об'єктів на продаж. Стільки цього року має виставити на приватизацію Україна. Серед ласих шматочків Центренерго – 3 ТЕЦ та контрольні пакети акцій 6 обленерго. Продаватимуть майно на відкритих аукціонах. Про доцільність приватизації говоримо із Сергієм Буханцем, економічним експертом. Пан Сергій, вітаю вас. Здравствуйте. Тож, власне, приватизація по-українськи, як вона пройде, на вашу думку, і чи вдасться продати усі 40 об'єктів до кінця цього року? Ну, продать можно все, что угодно, главное, с какой целью и за какую цену. Потому сказать о том, что она будет эффективной для государства Украины, это вряд ли. На мой взгляд, в действиях сейчас властей по подготовке к приватизации прослеживается явное отсутствие стратегии, для чего эта приватизация делается. Более всего ощущается, что это делается лишь только залатать дыры государственного бюджета, потому что в начале года было запланировано в бюджете 17 миллиардов гривен доход от приватизации, и теперь любой ценой нужно эти 17 гривен получить. Что мы разумеем за понятием эффективный продаж или эффективная приватизация, только вы вжили? Как вы понимаете, лучше всего продавать тогда, когда это дороже всего стоит. Вот это я называю эффективной продажей, когда ты действительно получаешь максимальный доход, максимальную выручку от того, что ты собираешься продать. Ни один из экономических экспертов, и в том числе фонды, и в том числе фонды, которые финансируют государство, они, как правило, не рекомендуют внизу рынка продавать какие-либо активы, потому что действительно они будут заниженно оценены и не принесут достаточного дохода. И будут оценены, может быть, несправедливо, просто потому что рынок находится в кризисе. Тобто ви вважаєте, що на даний момент виставляти на продаж аж 40 підприємств державних – це забагато і недоцільно? Более того, да, я так считаю, но еще я считаю, что выставлять особо прибыльные предприятия вообще нецелесообразно, я считаю это государственным преступлением. По той причине, что избавляться нужно от тех активов, которые тянут вниз, то есть они убыточные и заставляют государственный бюджет дотировать их, финансировать их убытки, оплачивать заработную плату, налоги и энергоресурсы таких предприятий. Вот их нужно продать в первую очередь. Те же предприятия, которыми просто по какой-то причине мы не можем эффективно управлять, а налицо ситуация с провалом найма новых директоров из бизнеса в государственный сектор, то это говорит о том, что государство таки и не может эффективно управлять этими предприятиями, не может найти менеджмент, поэтому оно вынуждено избавляться от того, чем оно не может эффективно управлять. На мой взгляд, было бы правильнее все-таки отдать эти предприятия в аренду тем, кто умеет управлять этими предприятиями, либо это профильный бизнес за заграничный, как мечтают наши руководители, чтобы он не достался местным олигархам. Либо это квалифицированные директора, которые будут мотивированы не тем, как сейчас, первым, что спрашивают их на конкурсе, а вы понимаете, какая там заработная плата, готовы ли вы работать на волонтерских засадах, то здесь, конечно же, это и приведет к тому, что эти предприятия просто развалятся. Тоді от в зворотньому порядку спробую, по-перше, про підприємства, котрі, на вашу думку, не є збитковими, які це саме підприємства, і на вашу думку, знову таки, чи зацікавлені іноземні компанії в оренді, адже вони безумовно хотіли б мати у власності компанії і розуміти, що вони не дарма будуть вкладати в гроші, ресурси і своїх людей, знову таки, долучати свій менеджмент. Ну, во-первых, если мы говорим о прибыльных предприятиях какие-то, ну, начнем с нашумевшего Одесского припортового завода. Возьмем Центренерго, энергораспределительные компании, которые также являются не только с точки зрения финансов интересными, но и с точки зрения их монопольного положения на рынке. Это, в принципе, стратегические предприятия для Украины. И на сегодняшний день на порядка 80% приватизированных уже предприятий владеет российский капитал. То есть мы уже втянуты в зависимость, и продолжая продавать эти предприятия, это, в принципе, ну, неразумно. Если мы говорим об интересе взять эти предприятия в концессию или в управление, то, в принципе, можем рассматривать и не прямое
скажем так, непрямую заинтересованность тех, кто производит на этих предприятиях похожую для своего бизнеса продукцию, но и сторонние управляющие компании, которые оказывают такого рода услуги. Это кризис-менеджмент компании, которые поднимают и вытаскивают бизнес и подготавливают его к инвестиционной продаже. Они его оздоравливают для того, чтобы впоследствии продать его дороже, чем он стоит сейчас. Чи беруть вони такі компанії в оренду, чи навпроти їм потрібно приплачувати, щоб вони піднімали цей бізнес з колін? Вы знаете, я думаю, что по этому пути еще никто не шел, поэтому говорить о том, что это будет сложно сделать, надо сначала попробовать. Потому как в недвижимости это вполне логично и нормально работает, когда банки понимают, что собственник уже не может платить по кредитам, они заставляют его отдать управляющей компании, и та в интересах банка работает более эффективно, конечно же, получая за это комиссионные, но уже выплачивая кредиты в больших объемах, чем раньше платил собственник. То же самое мы проведем пример, можно привести в любом бизнесе, в агробизнесе, в нефтяном бизнесе и в любом другом, где профессионалы действительно знают, как вывести этот бизнес наверх. Сегодняшняя ситуация, которая складывается, например, в Министерстве экономики, говорит о том, что сам министр, его окружение, они являются инвестиционными банкирами. Они не были операционными менеджерами, поэтому для них это сложно организовать управление бизнесом. Они склонны быстренько продать. Они умеют считать балансы, умеют понимать движение капиталов, и они видят, что здесь мы уходим в минус, поэтому надо от этого актива избавляться. Они действуют как asset-менеджеры, но не как бизнесмены. А от якщо повертатись до ваших слів про те, що варто було б продавати найпроблемніші активи, якщо вже не те пішло, якщо потрібно продавати, чи реально продати найпроблемніший актив задорого? Тому що проблемними активами, складними компаніями мало хто буде цікавитись. Ви знаєте, завжди є определенна ціна. Да, она может быть маленькой, она может быть маленький плюс или даже ноль, но это не будет минус, который мы имеем сейчас. Иногда говорить о том, чтобы избавиться от того актива, который приносит тебе убыток, даже за ноль, за один доллар, это выгоднее, чем продолжать его финансировать. Речь идет о проблемных активах, где мы можем говорить о том, что осталось оборудование от предприятия, а предприятия в принципе не существует, либо остались цеха, а предприятия уже давно не функционируют. Я говорю об этом. Бизнесе, который действительно уже не жизнеспособен, и его просто нужно продать тем, кто готов за него хотя бы взять и платить налог на землю. Але ж финансовые выгоды для державы тогда как раз не будет. Финансовая выгода будет заключаться в том, что перестанут оттоки средств из бюджета для охраны и поддержки этих предприятий, для оплаты коммунальных услуг как минимум и какое-то содержание инфраструктуры, если там есть какой-то персонал, опять же, в любом случае это будет экономия. Отсутствие мінуса, це вже плюс. Те, що ви говорили, що на даний момент завданням якраз є не стільки позбутися проблемних активів, скільки виконати план приватизації. Ось це йде все ж таки в розріз з вашою позицією стосовно продажу хоча б за один долар. Здесь вот как раз разрез не с моей позиции, это я наблюдаю сторону, то есть наблюдаю битву со стороны, но здесь как раз я вижу ориентиры государственных чиновников наполнить бюджет любой ценой, несмотря на дальние перспективы, несмотря на стратегию. Як ви ставитеся до тієї позиції, що якщо продати кілька непоганих підприємств, таких як Центренерго, Одеський припортовий завод, за більш-менш непогану ціну, гарним якимось інвесторам, стратегічним інвесторам з Європи, наприклад, Газ де Франс, про який говорять стосовно Центренерго, якщо провести таку операцію і грати на інвестиційну привабливість, в принципі, України, як країни, куди приходять хороші інвестори. Як ставитися до такої позиції? Конечно же, мы с вами не влияем на решение, будут ли они проданы или нет, но даже если это случится, необходимо было бы грамотно распределить эти деньги, которые получатся от приватизации. На сегодняшний день, на мой взгляд, было бы необходимо направить вырученные деньги на реструктуризацию, на выкуп государственного долга, который вот сейчас безуспешно пытаются все-таки реструктуризировать с внешними инвесторами.
мы хотим снизить 40% этого долга, этого бремени, а наши бонды уже стоят там 45-42 цента за 1 доллар дают. То есть фактически мы можем сэкономить более 50%, если мы деньги, вырученные от приватизации, пошлем на выкуп нашего долга. Таким образом, мы уменьшим давление на наш бюджет для будущих платежей, мы уменьшим долговую нагрузку. Здесь как раз-таки уже речь о качественном распределении в случае поиска качественного инвестора. Но у меня возникает сомнение насчет качественности инвестора, потому что, судя по тенденциям, которые складываются, в конкурсах будут участвовать инвестиционные компании, которые просто будут рассматривать этот объект как спекулятивный. Сегодня купил за полмиллиона, полмиллиарда, завтра продал тому же российскому инвестору без всяких конкурсов за миллиард или два, потому что для того, чтобы управлять тем же припортовым заводом, нужен газ. Этот ресурс есть у России, ни у кого из иностранных инвесторов этого ресурса нет, поэтому проблематичен его эффективный выход на украинский рынок. Будем разом отслеживать ситуацию с приватизацией украинских компаний. Дякую вам за цю розмову. Спасибо. Про приватизацію по-українськи ми говорили із Сергієм Буханцем, економічним експертом. Лишайтеся з першим діловим та будьте першими.